Всем привет, с вами я, Саша. И это продолжение игры в Brawl Stars. Так, что за этот дроп? Ну, хорошо. Подарки я люблю. Дальше вот это нахуй. Скин. Ты нормально, я хочу себе его, этот скин тебя. В общем, хочу себе тренера Майка. Вот это, на 1000. Угу. За 50. А тут, за 39. На 1400. Так, давайте поимку сыграем. Какая карта? Ну, думаю, все тут знают, как кого лучше брать. Ну, я думаю. А кто против нас? Эль Примус. А, Бульбулятор тоже есть. Слушайте, а придумать клички прикольно, однако. Оказывается, Бульбулятор, Биточек, Эль Примус. А чего у них Шелька? Не знаю, Шелли, я не знаю. Кличку вот эту. Шелли, я не знаю. У них Шелли, Примус и Булл. Шелли это вообще нечестно. Шелли это имба. Не было бы у них Шелли, а была бы там какая-нибудь другая, то это еще ладно. А так у них Шелли, а все, мы уже проиграли. Шелька. Ну, Шелли я не знаю. Пока. А я на них пойду. Ой, успел. Давай, Кольт, ну че... Боже, что с нашим Кольтом? Где-то, ой, ну. Вот скажите, как эта ульта попала на меня? Пожалуйста. Ну давай ультуй на меня, опа. Чуть-чуть промахнулся, ну ладно, добьет Шерри, что. Все равно мы победили. Кольт! Кольт, крутись, Кольт. Мы победили. Ура! Ну, я думаю, Шелли это имба. Ну, оказалось, вот так вот. Круто, аж еще хочется сыграть. Пэм. Серьезно, Пэм. А, ну, точно Франкенштейн. Стоп, я тоже хочу. Я тоже мог Франкенштейна взять. Франкенштерна. У них тоже пэмка, серьезно. Ну и что, Ой, тут Шелька. А что тут Шелька там так долго делала? Выждал момент, когда их ее напарников убьют. Не, ну серьезно. Могла бы сразу так выйти. Такая я тут это Шелька. Никто другой. Ну да, Хельфик тут тоже неплохо. Это ты на ПМ-ку это. Ну ладно. Сейчас возьму. Там кто-то есть. Я знаю, вот в той стороне, вот в той вот я показываю, вот в той точно кто-то. А, нет, уже никого нет. Ура.
Опа. Ай, не попал. Носилка не попал. Ничего. Давайте остаемся просто на месте. На месте. Тусим тут. Не успели. Ну все, нормально. А ну-ка подошел. О, там негодяй. А, это кто-то, Да ну нечестно. Бибя! Он меня раздражает. Меня бесит. Нате вам всем! На! Как меня забешивают? Стрельнул все-таки. У меня же там уже было. Своим деревом, блин, я тоже очень беру дерево. А потом биточка, может, возьму. А что, ударил теперь без звуков? Он ведь был со звуками вроде бы, нет? Или это у меня что-то со звуками стало? Ай, почти. Ну, почти не считается, к сожалению, жалко. Только смотри, чтобы тебя не убили. У них там хилка. Сломайте хилку им. Все, норм. Сейчас убьем. На мой косяк. Да у них опять хилка. Там экзит. Экзит. Там выход. Люди, мы выйдем отсюда. Я почти утонул. Вот что называется играть за Дэвила. Влететь в нужную минуту. Почти что закрысить. Может, это крысинство и называется, может, нет. Ну, почти добил. Ух ты, там. Последний момент. Где-то утонула. Ультанула. Или я правильно сказала?
сказал, утонул или утонул, правильно. Ладно. О, сейчас, если что, можем в этот, смогу за Фрэнка сыграть. А, ну и Фрэнк. Ай, ну ладно. Пенька. А, ну. Так, давай, давай. Ну вот Майк вообще красавчик. А Пенни... Майк, красавчик. Ну ничего. Да мы и так победим, наверное, хоть бы, пожалуйста, там. Нет, Wi-Fi. Веса. Ну ладно, она это по, боже, по ней Пайпер не считается. Я ульту потратил. Не дал ульту. Да куда ты ульту? У тебя мяч, если что. Мне интересно, почему она сразу не забила? Молодец. Ай. Ну, а, ну сейчас будет овертайм. Опа! А я на него переключился. Опа, 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 опа. Ну вот так вот, ну что? Ну, вот так вот. Джим. Боже, у них Шелли, Биби и Франкенштейн. У нас Джин и Джеки. Приятно познакомиться. Команда, которая точно победит. Не, ну сейчас, конечно, я попробую. И что? Слушай, мне... Показалось, что он реально думал, то что он, ну, Фрэнк все равно достаточно медленный, не как 8 бит, конечно, но тоже достаточно медленный. И он думал, то что пока он с ультой, то он сможет пройти, пока мы под ультой, то он сможет пройти. Джин красавчик! Обожаю Джина. В скобочках нет. О, Джекса! Джеки! Ой, Джекса хотел. Фу. О! Вот тут вот Джин красавчик. Так, как там? Да как я же утонул? Видели, ульта потратилась там.
Если ударила нет ульты, то би это имба. Не, ну честное слово. Мне интересно, будет овертайм? Ни они, ни мы не забьем. Ну вот они ворота защищают, мы ворота защищаем. Они мы. Так, бесит. А! О, джин. Нет, чуть-чуть. Эй, ну что, нет, да, нет. Выкинул. Я ничего не понял, как мне это набралось. Давай, где? Джин, красавчик. Обалдеть. Ну круто. Молодец, парень. Парное столкновение. Я забу давно не играл. Что это у него компьютер? Ну вот это вот как кнопки и компьютер. Ладно, думаю, что это. Вот как это называется штука у шапки? У шапки. О, Барли, бо. Друзья навсегда. Ну, я думаю, мне хотя бы там, не знаю, Макс попадет. Если ты за метателя, то это круто. А если с тобой метатель, то не всегда. Ну, смотря кто ты. Если ты, не знаю, какой-нибудь Фрэнк или что-то такое. Ну, держал вес, в общем. И с тобой метатель, то ладно. Что ты хотел этим сказать? Ну, я думал, я хуже за бой играю, конечно. А что, мне понравилось? Круто. Ну сейчас сундук откроем. Хотя ладно, давай еще обратно. Пожалуйста. Го-го-го, пожалуйста. Все-таки он заметателя хорошо играет. Не все заметателя хорошо играют, он хорошо заметателя играет. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Если не будете это делать, то не будет выходить видео по два дня. Ой, по два раза. Если нравится канал, хотите, чтобы выходили видео по два раза в день. Что вы знаете, что делать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А где этот? Второй? Вот. Нормально. Круто. Получилось.
Ура, 50 монет. О. Ух ты. Прикольно. О, новый подарок. Круто. Гаджет, лип, весероб. Прикольно с ним. Тоже. Power mic. Да, конечно, прикольный скин. Мне нравится, как у Джеки. Ой, не то. Как Джеки вот этих вот роботов прикольно как-то сейчас притягивает. То, что она может сразу всех притянуть. Круто. Ой. Бесконечно все же можно смотреть на три вещи. Так, значит. Захват. Восемь бит, Фрэнк вроде бы и Карл, да? Да. Плиз, пожалуйста. Why? Как? Почему? Надо биточка искать. Биточку надо убить. Пожалуйста, минус биточек полоса. Thank you.
Там кого? Ну и что? Тебе все равно надо это Джесси. Я так делаю. Главное просто потянуть время. Они на тебе этот ведутся. Вот, ну на этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч. Всем удачи и всем пока.